Картычана действовал Леталек. А это Владимир Рыков. Совершенно былинная такая фигура, мифологическая в российском футболе. Как нерасчетливо действует Анжей Луценко. Один делает этот гол. Евгений Луценко 2-0. Лучший бомбардир Мордовии пополняет свой лицевой счет. Но чем занимались оборонцы Анжи, представить просто невозможно. Они сами себе потом на любом разборе, распиле, раскладе этого момента не объяснят, что творили они каждый в отдельности и вместе сообща. Посмотрите, ну так вот, на удачу, разрезающая передача, останавливаются чуть ли не все. Даже футболисты Анжи, шедшие в атаку. В итоге не добирается Лазич, не дорабатывает Зотов. И нет страховки от Карлена Мкртычяна. Евгений Луценко. Вот так еще и на паузе Мкртычяна, убирая в противоход беспомощному Письякову. 2-0. Мордовия ведет уже по итогам, уже внутри стартовых 20 минут игры. Мордовия 2-0. Но я не знаю, может быть, играет в поддавки, фору дает сопернику Анжи, чтобы потом догонять. Напомню, что и в предыдущем туре дома в Каспийске к 22-й минуте, примерно к середине тайма, уже 0-2 Анжи горел в противостоянии с Рубином.